В Черкесске состоялось праздничное мероприятие в честь 25-летнего юбилея Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». Собрались члены правительства, выпускники, педагоги, чтобы лично поздравить юбиляров с такой красивой датой. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Дом, в котором согреваются сердца. Под таким девизом живут уже четверть века в «Надежде». Центр создан для оказания социальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организациях временного проживания, оказания правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи и их дальнейшего жизнеустройства. От имени главы Черкесской Республики Рашита Васильевича Темрезова, от имени правительства, от имени Министерства труда Карачаево-Черкесской Республики, я от себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником. Педагогам спасибо, медикам спасибо, социальным работникам спасибо, поварам, шоферам, я не знаю. Каждый человек внес неоценимый вклад, и мы все нужны для того, чтобы наше дело процветало. Присутствующим был представлен ролик о «Надежде», как и чем живет центр. В настоящее время в нем трудятся педагоги, врачи, медсестры и рабочие хозблока. За 25 лет существования специалисты оказали помощь почти 4000 ребят. Поздравить воспитанников и коллектив учреждения пришли члены правительства. Я хотел бы сказать слова благодарности за ваш труд. Да, четверть века – это немалый срок, но я знаю это учреждение изнутри, помню даже день образования. Здесь это нелегкий труд, как кажется, со стороны. Огромное вам спасибо во главе с руководителем всех. Я поздравляю и от имени коллег от себя с праздником. Терпения, здоровья, всех благ вам, вашим семьям, мира и добра. А по поручению председателя Народного собрания в подарок Центру «Надежда» мы перечислили 230 тысяч рублей на приобретение концертного оборудования для проведения мероприятий. Воспитанники Республиканского детского дома и заботы подарили виновникам торжества трогательные музыкальные номера, которые никого не оставили равнодушным. Руководителю и коллективу Центра «Надежда» вручили благодарственные письма и грамоты главы Народного собрания. Чтобы таких учреждений, как наши, были намного меньше. Чтобы их вообще не было. Пусть детки все живут в семьях, будут счастливы и здоровы. Гузалай Бахадировой 16 лет. Она любит «Надежду» и поздравляет с юбилеем. Мне как второй дом, потому что я в нем уже выросла, сколько лет уже нахожусь. Для меня это хорошие воспоминания, хорошие надежды и хорошие мечты. В фойе филармонии разместилась яркая выставка работ воспитанников «Надежды». Кроме того, именинников ждал большой праздничный торт и капкейки с именем каждого ребенка. Альбина Курочинова-Кенжева-Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.